Так, всем доброго утра. У нас тут приятное утро с посылок началось. Наш папа сам заказал посылку. Через Могла бы это не говорить, потому что это может быть это. Что-то не очень хорошее пришло. Так, ну в общем посмотрим сейчас дома. Сказали даже не ждать дома, разрывать. Сейчас будем разрывать. Что, открыли мы посылку, а там вообще не то, что Сережа не заказывал. Он заказывал машину на пульте управления, а пришли какие-то шарики. Не знаю, где он их там положил. Расстроился мужчина. У меня в комнате, сейчас пойдем глянем. Когда заказываешь машину на пульте управления, приходят вот такие вот шарики. Ну, не знаю, что это. Что это, Григорий, ты знаешь? Нет. Оно из, что? Ну, не знаю, короче, что мы с ним будем делать. Девочкам, наверное, подарим, да? Или просто выкинем. Или просто сами будем играть. Да мне кажется, если во все игры играть, то они все понравятся. Может, ну, пусть... открыть? Не надо открывать. Папа сказал, пусть закрыто. В кавычках, да. Да. В общем, пусть ждет папа. Мам. Посылка. Мам. Спрашиваю, Сережа, где ты заказывала? Он не знает. Не помнит. Ну, в общем, не знаю я, как мужчина сам заказал посылку. Ну, как-то вот так вот получилось. Ну, ничего страшного, сказал, больше заказывать ничего не буду в интернете. Гляньте, какие милейшие прянички с метриками. Сейчас все пофотографировала. Вот, буду упаковывать. Здесь еще Человек-паук. Человек-паук. Такой вот кубок. Вот Человек-паук. И вот паутина его. Вот так вот. Это готово. И к нему же еще вот леденцы. Синие. И красные. Тоже упаковала. Еще одна милота — это принцесса. Это, конечно, вообще супер. Вот это принцесса. С коронами. И здесь 10 корон. Таких вот. Сейчас сразу пообедаем, я Гришку повезу и отвезу все прянички. Ура, да, нашла телефон, сейчас едем забирать машину. Наконец-то мама будет на колесах. У меня это, снежинка. Гриша учится вырезать снежинки, ну, да? Пока что идет как-то не очень, ну, ну вот. Начало, да. Маленькая мама. Что-то я не... Да вот что, она сейчас некрасивая, все да серое. Ты что? Наконец-то ты дождался этого момента, когда она некрасивая, да? Это как это, Вова и облачко похожи на зайчика. Зайчик похож на кошечку. А где здесь дельфинчики? Найди дельфина, найди кота. Они нырнули глубоко просто. Да, видишь, все серенькое такое. Ждем снега. Что там обещают по погоде? Прогноз погоды от Сергея Алексеевича. А в деревне... Я правду скажу, молча. А в деревне Кукуева опять дожди, да? С похода и Кукуева. Ой, Сергей Алексеевич. Деревня Кукуева, погода. Так, Антоху забрали, Гришку завезли. Сейчас поедем. Приехали за машиной. Вон, мама, ты еще куда-то сегодня поедешь? Да. Куда? Ты со мной или с папой поедешь? Нет, куда? Еще пряники завести и еще пряники завести. Два раза завести пряники. Сегодня? Угу, сейчас. Я их потрогаю. У тебя там как дела? Съем сейчас одну. Антошка сегодня наклейку, да, расскажи? Тяжко. Наклейка на какую тему? Про ёлочку. Ну, мне это все заново рисовать. Еще дом рисовать заново. Там мы сказали, кто. Ты поняла? Нет. Тетрадь, короче, надо завести, да? Сегодня надо завести и сразу это сделать, да? Сегодня по окружающим уже надо. Угу.
Ну что, звук есть такой же? А есть, он говорит, там ролик, говорит, очень страшно. Так что делать? Зай, ну ты можешь... Что, что? Уже ворота, письмо, сейчас на почтовый ящик отнес. Да? А что ты там хоть написал? Пап, не рассказывай, не принесете декорацию. Да? Вода снимите. Когда принесет? На руку. Хорошо. Еще там что-то на второй. Забыл? Да, забыл.